Какой подосиновик, это белый. Да белый. Мухоморчики пошли, значит, будет скоро белый. А тут что за грибочки? Семейка. Червивый. Червивый. Это тоже червивый? Да. Эх, жаль. Жаль, не успели. Вот добыча сегодняшняя. Лисичек немножко, мухоморчиков и несколько сыроежечек. Пробежимся. Но все-таки мухоморы пошли. Может, и белый все-таки выскочит нынче. Успеет, а может, не успеет. Что тут? О, здесь кто-то пинанул. И здесь кто-то пинанул. А этого я заберу. О, блин, дед кангар дает нынче. Никогда ни сыроежки не собирал, ни мухоморы. А сейчас дошел до того, что грибов нет, уже собираешь все, что... Все, что попадется. Ладно. Так. Ну я в другую сторону. О, а тут что? О, волнушечка. Волнушечка. Проверим. Такая красавица. Вымочим и на жареху пойдет. Во, мое старое лисичковое место. Все-таки потихоньку подрастают они. Я их добираю. Уже третий раз с этого, или четвертый, с этого места. Где-то тут я еще видел. А, во! Ой, лисичечки. Вот такие лисичечки. Где-то тут еще. А, вот. О, а тут-то какая красавица спряталась. Да две. Еще раз говорю, корзинка моя, куплена лично мной в свое время для бизнеса. Но отслужила свой срок. Теперь очень хорошая штука за грибами. О! Это оказалась сыроежка убитая. Что за вот этот за гриб? Так, такой симпатичный. А, это свинушка. Блин. Ой, блин. Вот это. Я вот на этом месте. Такая красавица. А вот здесь еще крупнее. Вот на этом месте я уже раза три лисичек набирал.
А не видать. Одни это вырываешь, а другие мелкие подтягиваются. Вот этот пятачок. Надо пробежаться. Белый это подосиновик. Какой подосиновик? Это белый. Это да белый. Ну-ка. Блин. Эх, точно. Видно было отсюда, ну, надо же было нервы пощекотать себе. Нет, это я думаю, это ты можешь сказать этим. Там, ну, старый. Что это белый. Старый, ладно. Я тут знаю, что это подосиновик. А жаль.